Степа, ну как я умудрился сам себе проиграть-то? Дед. Дед. Я вам черное живым не дамся. Дед, я тут участкового нашего. А, Сашки, куда он делся? Леонид Аркадьевич! Я... Леонид Аркадьевич? Опять за моей пенсией пришли, ничего не получите. Я от участкового. Кровососы! Черные. Леонид Аркадьевич, успокойтесь. Черные опять пришли, черные. Ничего не получите. Всю жизнь проработал на заводе. 3000 пенсии. Леонид Аркадьевич. И все хотите забрать. Все хотите забрать. Леонид Аркадьевич, мне не нужна ваша пенсия. Я от участкового. Он назначил меня в вашем... Мне не нужна нянечка. Уже были до вас. Были. Знаешь, что я всех сделал? Знаешь, что? Я сказал, они насилуют мою внучку. И всех забрали по педофилии. Не нужна мне помощь. Ой! 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 Вам плохо? Сердце, прямо из сердца хочет выйти. Сердце из груди. Может, были Яночки или скорую позвать? Поближе. Еще ближе. Соси хуй, конч! Мне не нужна нянечка. Вы знаете что, Леонид Аркадьевич? Сам вы конч. И внучка ваша, наверное, шлюха. Бывает. Вот поэтому я и буду за вами ухаживать. Мне участковый дал последний шанс. Так что хотите, не хотите, я буду вашей нянькой. Пошел вон! Да пошел! Ой, ноги болят. Ой. Пойду за своими значками, за значочками. А, сейчас я значочки-то все свои достану. А, стоп, значочек-то на мне. Ну ладно, значит, а тогда нет. Ой! Ой! Что случилось? Во Вьетнаме мы вам помогли, но теперь помогать не будем. Может, к черепу подать? Да, давай. Идиот, блядь! Идиот тупой! А помоги мне выбраться! У меня рука застряла. Смотрите, я помогу вам достать руку. А вы разрешите мне быть вашей нянечкой? Ладно! Давай его разбудим. Пошел смотреть дом. Сейчас весь чай выпьет. Ну, давай для начала тебя покормим. Че ты вообще ешь? Я не знаю. Окей. Сам посмотрю. О! У тебя что, кошка есть? Была когда-то. Внучки отдали. Да она подохла. А вот корм до сих пор засылают. Дед, ты что, кошачий корм жрешь? Чё, наелся? Нет. Наелся. Как тебя звать-то? Дима. Дима. Митей будешь. А вас как? Леонид Аркадьевич. Ветеран труда. Ну, будем знакомы. Прошу прощения, мне нужно. Ах.
Дед, ты что, в туалет хочешь? Я уже. Иди мыться тогда. Не-не-не, я не люблю мыться. Тогда я отведу тебя мыться. Нет, Витя, нет. Никто меня не отведет. Идемте, Митя! Ой! Митя! В Советском Союзе мы не мылись! Ага, это мы не только здесь! Митя, показывайте, где у вас было! Ой! Митя! Митя! Миктор! Пошел! Ой, вонючка! Миктор, возьми. Это чё? Какашки. Митя. Митя. Митя, куда ты убегаешь, Митя? Ой. Митя. Митя. Ой. Митя, ну. Ну подумаешь, увидел. Нет, Леонид Аркадьевич, это выше моих сил. Это какой-то пиздец просто. Я так больше не могу. Ну и не надо. И не надо. Хотел сам один и буду один. Уходи. И не нужен ты мне. Один справлюсь. Я, мои значки. Ой. 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 Леонид Аркадьевич. О, Миктор, опять ты. Чё пришёл, уходить собирался? Чё это за музыка? Советская. Клёвая. Клёвая. И значок у меня тоже клёвый. Тоже советский. Да, значок клёвый. Но музыка лучше. Давайте, давайте. Леонид Аркадьевич, давайте, давайте. Ой. Классный же музон, давайте. Давайте, давайте. Ой! Ай! Ой! Ой, ладно, ладно, ладно. Давайте, отдохни. Ой. Ой, гадкий ты парень, конечно, Митя. Но не могу я без тебя. Да и вы мерзкий. Но хорош. И музыку классную. Ну, до следующего раза. Пойду я. Давай, иди. До свидания, Митя. Купи кошачьего корма только. Обязательно. Корм это хорошо. Хороший парень все-таки. Хороший. Сука! На этом все. Ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на мой канал. На канал Кузьмы обязательно подписывайтесь, переходите вот по этой ссылочке. Здесь. Большое спасибо Вове Элджину, он снимал все это 5 часов, это было тяжко, но было весело. Да, было очень тяжело. Никита ел кошачий корм. Ох, господи. Я думаю, он заслужил лайк. На этом все, пока. Нормально мы хоть смотреть? Ну да. Давай смотреть-то. Или ты переписать хочешь? Да нет. А что он снимает дальше? Не знаю. И залыбался. Ну все, вырубай. Однажды Вова уткнулся. Школьник, вырубай камеру.